Здравствуйте, друзья Садового Экспресса! Сегодня хочу показать вам хосту под названием Yellow Splash Rim. Это хоста достаточно популярная, известная, варигатная. Варигатность краевая, то есть по листу зеленому, ланцетовидному, такому удлиненному, по краю идет желтая, ну кремово-желтая такая полосочка или край окаймления. То есть краевая варигатность. Мы знаем, что варигатность бывает серединная. Видите, вот это вот ондулата медиаваригата. Коста серединочная у нее, видите, вот она, варигатность кремовая, серединная. А это краевая варигатность. Листочек удлиненный, темно-зеленый. Коста среднего размера. Когда она будет пятилетняя, а это всего лишь 3-й год ей этой хосте, розеточек еще мало, а в возрасте 5 лет она будет размера медиум, средняя будет обозначаться, это хоста буквы М, и высоту будет достигать 40 сантиметров, в ширину 50-55 сантиметров, пока она еще молоденькая, эта хоста. Удивительная, красивая, нарядная. Вот эта желтая кайма очень хорошо просматривается ранней весной, а к середине лета, к концу лета, она уже так превращается в кремовую. И со временем, более когда крупный хост, листик ланцетолитный превращается более в овальный, она укрупняется. А вот такая она выглядит молоденькая, красивая, нарядная, совершенно не капризная хоста, но ее все-таки желательно садить в полутень. У меня она в ажурной тени, поэтому хорошо себя чувствует. И хотя уже середина августа, она еще не выгорает, не светлеет, а сохраняет свои качества. Была зарегистрирована она в 1986 году американской ассоциацией хостоводов, AHS обозначается эта ассоциация. Вот такую хосту я вам представила. И даже немножечко сравнила ее с медиаваригатной хостой, тоже очень красивой, среднего размера. Спасибо.